Автовладельцы через социальные сети обращаются к родителям несовершеннолетних с просьбой напомнить чадам о правилах поведения на дороге. На этих кадрах две школьницы в наглую идут на красный сигнал светофора в районе Дюца. Подростки даже не смотрят по сторонам. От трагедии уберегло лишь внимание водителей. На этих кадрах полыхает Renault Duster в Северодвинске. Автомобиль загорелся на Арктической 2А на минувших выходных. Огнеборцев вызвали очевидцы. Одна из версий пожара – поджог. Пожар произошел в автомобиле Renault Duster. Очаг возникновения пожара находился в задней части автомобиля. В результате пожара огнем уничтожен автомобиль Renault Duster. И огонь распространился на соседний автомобиль Cherry Tiggo. У Cherry Tiggo повреждено остекление, закопчен салон, оплавлен задний бампер. Владельцы автомобиля установлены, проводится расследование. В Северодвинске полицейские задержали уличного грабителя. На минувших выходных жертвой злоумышленника стала 43-летняя женщина. Неизвестный попытался отобрать у нее сумку с личными вещами и документами. По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы задержали 25-летнего подозреваемого. По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело, ведется следствие.